Всем привет! С вами Вера Панкратова. Я онлайн-предприниматель и автор и ведущая марафона «Копирайтинг для соцсетей» на канале «Бизнес. Развитие. Поддержка. ТВ». Еще совсем немного, еще чуть-чуть, и это случится. Более 300 человек в течение 30 дней пиарили, вовлекали и призывали не пропустить это самое масштабное событие Рунета. Мы неугомонная семья MBM, креативные, готовые на любой кипиш. В течение месяца мы писали посты, снимали видео, интриговали. И все для чего? Мы за новое поколение предпринимателей. Грядут большие перемены, которые охватят 20 тысяч человек. Мы начинаем с завтрашнего дня марафон, который называется «Копирайтинг». Копирайтинг для соцсетей. Для соцсетей. Значит, каждое утро вплоть до 8 ноября. Вплоть до 8 ноября. У нас будет Панкратова Вера, Саида Копанева и я. Еще совсем немного, и мы войдем в историю, станем причастны к созданию самого грандиозного социального обучающего проекта в интернете. Присоединяйтесь, станьте частью истории. А пока смотрим, как это было. Вы слышали про 20К? Весь интернет гудит. Не любопытно, что ли вам? Артем наш брови сохрани. Так может все поможем дружно и пропиарим молодца? Ему уж потешить себя нужно. Пусть сбудется его мечта. Глядишь, потом и нам поможет деньжатами обзавестись. Может, курс крутой нам приоткроет? Давай, Артем, не поскупись. Целый месяц посты пишем, видео снимаем. То интригу создаем, то себя пиарим. На улицах к прохожим приставали, пытались мы найти на все ответ. Что маркетологи от нас скрывали? Артем скоро расскажет их секрет. Целый месяц мы интригу создавали, доказывая, что можно заработать в интернете. Две стороны у нестеренковской медали. Орел с бровями, решка нет. Интригу создавать? Он мастер, браво! Но MBM-овцы – лихой народ! На К14 собрали мы людей игриво. И 20К – лишь новый эпизод. А в вебинаре 20К гудит весь интернет. А если вы не в курсе, вас в интернете нет. Артем, он тот еще шутник. Грозил все курсы подарить. В одном эфире в один миг. И даже брови свои сбрить. БРП онлайн-команда Артему помогает. Ольга Николашевич ютубом заправляет. Верочка Панкратова всех нас развивает. Азы копирайтинга нам круто объясняет. А создавать интригу Саида помогает. Одна ее улыбка сомнения развеивает. Целый месяц мы пиарим. Не всем понятно для чего. Артему брови сохраняем. Жалко хлопца, ё-моё. Пойду и я на 20К взглянуть одним глазком. Вы слышали про 20К? Вся инфа здесь о нем.